Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Hyundai Solaris 2015 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра G4 FC. Пробег 53 607. Крышка и массозаливная горловина чистые. Нагар и эмульсия. Замер компрессии. Первый цилиндр. Двенадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. 12,5 килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 13 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.